Thank you.
Благослови Высокопреосвященнейший Владыко Кадило. Oh,
Сотворите, Господи, высокопреосвященнейший Владыко, благослови, да, помолись у нас, Господи, всегда на них и вечно, и Господу помолимся.
Thank you.
Спасемся верою, мир и молит Богу, Господи нашим Иисусу Христу. Иде и привидение Христом верою, по благодатию, здесь же стоим и хвалимся, уповаем славы Божия. Не точи же, но и хвалимся в скорбях, ведящи яко скорбь, терпение соделывай, терпение же искусство, искусство же упование. Тьма пойми, никто
кто же может двемо Господиному работати? Любо единого возлюбит, а другого возненавидит. Или единого держится, о друзьям же не родить иначе. Не можете Богу работати и мамоне. Сего ради глаголю вам, не пецитеся душею вашею, что ясте, или что пиете, не телом вашим, во что облечетеся. Не душа ли больше есть пищи и тело одежды? Возрите на птицы небесные, як они сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Не вы ли паче лучше их есть? Кто же от вас пекися может приложить и возрасту своему лакоть един? И о одежде, что печетеся, смотрите, крин сельник, как растут, не труждаются, не прядут. Глаголю же вам, як они, Соломон во всей славе своей, облечеся, яко един от сих. Аще же сено сейное, дней суще, и утре в печь метаемо, Бог так одевает. Немного ли паче вас, маловерим? Не пецитеся лбу глаголюще, что я мы, или что пьем, или чим одеем. Всех босих языцы ищут. Есть во Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И сия вся приложится вам. посещений,
прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братья святого храма сего. Умиритеся Отечеству нашему и о православных воинах, вобраних сущих, поеже во здравии им возвратитеся в домы своя и спасенными быть. Святую песнь, припевающую всякое ныне, житие и свое
я буду совершен по внимание себе невидимо, дорим с мужчиной, великого Господина и Отца нашего Кирилла, с
святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина преосвященнейшего Феоктиста, епископа Городищенского, да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веку. Amen.
Благослови, Владыко, святых,
благослови, Владыко, моя. И дождь.
и дождь наведению стыдению в сердце, славя не успевать и пречестное и крепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Потому что, по слову апостола Павла, человеческая природа удобопреклонна ко греху, создает свое мировоззрение, свое видение тех или иных предметов, взаимоотношений, отношений к Богу между собою очень часто, исходя из своих греховных мотиваций внутренних, страстного греховного сердца, искаженного ума, расслабленной воли, греха, действующей в человеческой природе
и таким образом создается мировоззрение человеческое, мировоззрение взаимоотношения между людьми и к Богу. Светильник для тела есть око. То есть и вся последующая жизнь человека, его деятельность физическая, она складывается из вот этих мировоззрений. Око – светильник для тела. Господь нам говорит, что Он есть свет миру. Вот каков светильник для нашего тела, для нашей жизни должен быть Господь, просвещающий всякого человека, грядущего в мир и ходящий во свете, не будет ходить во тьме. Но, как мы знаем, из своего личного опыта, из своих грехопадений, из мирового опыта греха, что очень часто именно вот это мировоззрение греховное становится светильником для жизни людской. И путь вне Христа, а Господь есть путь и истина, и жизнь, и свет для миру, избирают люди шествие по своим греховным, стропотным путям греха и погибели. И Господь говорит сегодня: где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник должен быть просвещающий разум человеческий, чтобы ведение Бога было четко сформировано в человеческом сознании. Святой апостол Павел так говорит: «Я имею ум Христов». Вот каково должно быть чистое мышление человека, просвещенное божественной благодатью, непрестанной молитвой, таинствами Христовыми, видением всего мира и взаимоотношений через Христа. У одного из наших поэтов есть такое стихотворение, которое как раз указывает, что наши взаимоотношения близких к близким – это есть взаимоотношение к Богу. Вот вижу в просеничном платье на легкокрылых небесах идет возлюбленная мать с пречистым сыном на руках. Она несет для мира снова распять воскресшего Христа. Ходи, мой сын, живи без крова, горю и полдень у куста, и в каждом страннике у Богом. Я вознавать пойду с тоской, не помазуемый ли Богом стучит берестяной клюкой. А может быть, пройду я мимо и не замечу в тайный час, что в елях крылья херувима, а под пеньком голодный спас. И в каждом страннике у Богом мы должны видеть Христа. На каждое наше взаимоотношение, встреча, она должна пройти через Христа, через Его крест самопожертвования. Как сегодня мы слышали слова апостола Павла: «Еще нас во грехах сущих, еще нам грешникам за нас распялся Христос». То есть любовь должна лежать в основании всех наших отношений, искать прежде всего Царствие Небесного и правду Его, и все остальное, по слову Господа нашего Иисуса Христа, приложится нам. Аминь. Верую, Господи, и исповедую. Верую, Господи, и исповедую. Яко Ты еси воистину Христос. Яко Ты еси воистину Христос. Сын Бога живаго. Сын Бога живаго. Пришедший в мир грешные спасти. Пришедший в мир грешные спасти. Один же первый есть аз. Один же первый есть аз.
еще верую, еще верую, як усие самое пречистое тело Твое, як усие самое пречистое тело Твое, и сия самая есть честная кровь Твоя, и сия самая есть честная кровь Твоя. Молюся убо Тебе, помилуй мя. Молюся убо Тебе, помилуй мя. Прости мне прегрешение мое вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Из подобия мя неосужденно причаститеся. Из подобия мя неосужденно причаститеся. Пречистых Твоих таинств. Пречистых Твоих таинств. Во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твое я тайное днес. Вечере Твое я тайное днес. Сыне Божий, причастника мя прийми. Сыне Божий, причастника мя прийми. Небо врагом Твоим тайну повем. Небо врагом Твоим тайну повем. Не лобзание Ти дам, яко Иуда. Не лобзание Ти дам, яко Иуда. Но яко разбойник исповедую Тя. Но яко разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение. Да не в суд или причащение. Да не в суд или во осуждение. Будет не причащение. Причистых Твоих таинств, Господи. Причистых Твоих таинств, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться телу и крови Господа можно только после исповеди и натощак, предварительно прочитав канон и молитвы ко святому причащению. Кто так приготовился, приступайте. С детьми к чаше отдельно ходить туда. С детьми туда. Thank you.
святом вашем, и отпинди законе ваши, и грехи ваши очисти. Аллилуйя, аллилуйя. Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Дольше, чем вы, владыка Германа, знает святейший патриарх
Московский и всей Руси Кирилл. И святейший патриарх в не меньшей степени любит владыку Волгоградского и Камышинского Германа, чем вы. А мне даже кажется, что в большей степени, потому что, ну, годы знакомства, годы юношества. Вы знаете, что патриарх учился в свое время в Санкт-Петербургских духовных школах, в то время, когда владыка Герман там был ректором. И патриарх до сих пор воспринимает владыку нашего митрополита как своего аву и учителя, и очень перед владыкой Германом благоговеет. И по этой причине, в связи с тем, что плоды трудов владыки на Волгоградской земле, они очевидны, я думаю, всем. Все знают, сколько было храмов здесь в 91 году, и могут посчитать, насколько бы увеличилось количество храмов, насколько увеличилось количество духовенства и верующих, и люди продолжают приходить в церковь. И все это означает, что церкви необходимо не только больше священников, но и больше архиереев. И вот труды владыки Германа привели к тому, что святейший патриарх и священный синод приняли решение назначить ему помощника, послушника, в сане архиерея, ну вот меня, вот, покорного вашему слугу и нижайшего послушника владыки Германа. Я буду делать то, что он мне благословит, служить там, где он благословит, и заниматься теми вопросами, которых он мне определит. Мне это необходимо подчеркнуть. Есть один архиерей правящий, это владыка Герман, и есть его помощник, это я, полномочия которого определяются исключительно волей и решениями владыки Германа. Это важно понимать. Вот. Я очень надеюсь, во-первых, на то, что так, как владыка возлюбил волгоградскую паству, его сердце вмещает всех вас, всех и духовенства, и прихожан, даже тех, кто отрицает Бога, и, может быть, даже тех, кто пытается как-то противостоять церкви. Сердце владыки их всех вмещает. Я надеюсь, что в вашем владыке сердце хватит места и для меня. Прежде всего, прежде всего. Спасибо, Господи. Спасибо. Я также прошу вас молиться обо мне и очень надеюсь, что мы с вами станем близкими людьми и взаимными самолитвенниками. Спасибо вам, все сказал, что надо было сказать. Я вас приветствую, желаю вам доброго здравия. И сейчас владыка преподаст нам свое благословение. Пожалуйста. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.